Можно ли есть гранатовые косточки и как их правильно применять? Какие полезные вещества содержатся в гранатовых косточках? Какими свойствами обладают гранатовые косточки? Какие противопоказания к употреблению гранатовых косточек? Смотрите видео до конца и получите полную информацию о пользе и вреде гранатовых косточек. Прежде чем мы начнем рассказывать о гранатовых косточках, хотим поблагодарить за теплые слова о нашем канале, которые мы часто читаем в комментариях. Мы стараемся быть для вас нужными и давать максимально полезную информацию. Если вы еще не подписались на наш канал, то только нажмите на красную кнопку, и наши видео будут приходить на ваш компьютер уже в день публикации. Смотрите нас и не болейте! Такой чудесный фрукт, как гранат, весьма полезен и помогает противостоять многим заболеваниям. Для лечебных целей используется не только гранатовый сок, но и косточки и оболочка. Можно ли есть гранатовые косточки и как их правильно применять? Каждое зернышко граната содержит маленькую косточку, внутри которой большое количество полезных веществ. Есть гранат целиком, заглатывая косточки, не стоит. Ведь косточки являются твердой субстанцией, которая может привести к нарушениям пищеварения и воспалению в кишечнике. Не исключается, что спровоцирует аппендицит. Косточки надо тщательно пережевывать, либо высушивать и измельчать, а потом употреблять с полужидкой пищей. При измельчении происходит высвобождение полезных ингредиентов. Улучшается усваиваемость их, и при дозированном применении не происходит засорения кишечника. В случае использования перемолотых или перетертых гранатовых семечек надо добавлять их, например, в йогурт по 1 чайной ложке на 150 мл молочного продукта. Можно перемешивать с медом, имбирем и корицей. Какие полезные вещества содержатся в гранатовых косточках? Они состоят из следующих ингредиентов. Гранатовое масло, в котором присутствует витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты. Дубильное вещество танин. Витамины и микроэлементы, аминокислоты и клетчатка, активный антиоксидант пуниколагин. Такой богатый состав делает полезным применение перемолотых или разжеванных гранатовых косточек. Использование их улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, повышает активность иммунитета, способствует кроветворению, выведению токсических продуктов и нормализации гормонального фона. Какими свойствами обладают гранатовые косточки? Полезные свойства определяются их комплексным составом. Это следующее положительное качество, которое они приносят организму. Способствуют нормальной деятельности половых органов. Улучшают качество сперматозоидов у мужчин и способность к оплодотворению у женщин. Повышают либидо у мужчин и женщин. Противостоят воспалительным процессам в простате и яичниках. Обладают способностью очищать стенки кишечника, выводить шлаки и токсины, уменьшать диарею. Снимают спазмы, купируют болевые ощущения в желудке и кишечнике. Улучшают кроветворение, противостоят анемии, способствуют выработке защитных факторов иммунитета. Приводят в порядок кожу, ногти и волосы. Уменьшают интенсивность головных болей, способствуют снижению артериального давления. Кроме того, считается, что гранатовые косточки противостоят раковым заболеваниям, особенно раку молочной железы. Какие противопоказания к употреблению гранатовых косточек? Применять гранатовые косточки надо дозированно, употреблять в большом количестве не стоит никому. Особенно, если есть склонность к запорам и понижению артериального давления, появление стоматита и геморрой. Да и всем остальным стоит использовать не более 1 чайной ложки перемолотых косточек. Поверьте, что много не значит хорошо и полезно.